Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Итак, друзья, специальное предложение дня. Самое выгодное предложение дня. В прошлый раз было заказано несколько тысяч смартфонов. Несколько тысяч смартфонов, вы представляете? И мы после этого получали огромное количество отзывов, ваших звонков с благодарностью. Действительно хороший смартфон с защищенным экраном, чехол в комплекте сразу. Не надо было отдельно идти и покупать этот самый чехол. Вот золотой смартфон. Вот у нас есть красный смартфон, тоже, кстати, в чехле, пожалуйста, взяли, убрали чехол, никаких проблем. Вот они, красавцы наши. Дальше. Дисплей гигантский у него, гигантский просто дисплей. И плюс еще, он не просто большущий, он защищенный, высокая степень защиты дисплея – это спокойствие. Ваше спокойствие, вы не будете нервничать, что он поцарапается. При заказе во время прямого эфира наушники в подарок. Наушники в подарок при заказе во время прямого эфира. Итак, друзья, посмотрите, что я здесь делаю. Здесь у нас лототрон. В нем находится смартфон, пока еще рабочий. Вот он, видно, да? Покажите, пожалуйста, если можно крупно. Вот у нас здесь смартфон в лототроне. Бросаю смартфон сюда, на саморезы. Они новенькие, еще нигде не были. И начинаю просто вращать. Вот видите, падает прям дисплеем. Вниз падает наш смартфон. Достаю его отсюда и показываю вам, что с ним произошло. Видно, да, что он целый? Видно, что он показывает. Итак, достаю. И вот смотрите, что у нас здесь. Посмотрите, какое качество изображения. Посмотрите, никаких сколов, никаких царапин, никаких повреждений у нас здесь нет, друзья. Я вам больше скажу. Вот смотрите, острые новенькие саморезы. Сейчас проведем небольшой эксперимент. Видно, да, что сколов, царапин нет. Но мы усилим испытание. Смотрите, что я делаю. На счет 3 отпускаю просто. 1, 2, 3. Ну, это, конечно, все. Для обычного смартфона это конец, но не для нашего. Наш смартфон защищен. Ни одного скола, ни одной царапины. Дисплей работает, никаких повреждений нет, никаких проблем нет, ни царапин, ни трещин. Обычный дисплей уже бы разбился. 3 скола на нем бы было, 3 пробоины в дисплее, друзья. Высокая степень защищенности экрана, гарантия вашего спокойствия. Можете в сумке с ключами его положить, ничего с ним не будет. Но максимум ключи поцарапаются. Также, друзья, отличный выносливый аккумулятор. А хорошая фото- и видеокамера. Аккумулятор выносливый, значит, вы не будете нервничать, что у вас вот-вот сядет аккумулятор в самый неподходящий момент. А фото- и видеокамера хорошая, вы будете делать фотографии, которые потом можно и показать кому-то, и самому с удовольствием пересмотреть, и даже распечатать их и в рамочку поставить. Удобная, полезная вещь. Но самая главная отличительная особенность, после того, конечно, что у него яркий дизайн, стильный, что у него металлический корпус, что у него трендовые цвета, черный, синий, золотой, красный. У него дисплей. Огромный дисплей, защищенный дисплей, который не боится большинства ударов, большинства царапин, колющих, режущих предметов. Друзья, давайте проведем эксперимент. Не советую повторять вам того же дома, мы рискуем с собственными смартфонами. Итак, вот смартфон с рабочим дисплеем, это видно, да? Видно. Ну а теперь я просто беру и вот этот орех вот этим смартфоном разбиваю. Разбил орех, второй орех, третий орех. Четвертый орех, пятый орех, шестой орех, седьмой орех. Я думаю, можно тормознуть. Посмотрите, есть сколы, царапины на этом смартфоне. По-моему, никаких сколов, никаких повреждений у нас здесь нет. Но это еще не все. Кладем смартфон вот сюда. Берем в руки мощный огурец и начинаем нарезать огурец прямо на дисплее. Но я хочу сказать, я буду молчать, когда буду нарезать, чтобы вы слышали, с какой силой я бью ножом, острой частью, по экрану. Готовы? На счет 3. 1, 2. Подумайте, что произошло бы с обычным смартфоном, если бы я это на нем сделал. Итак, друзья, посмотрите, что с ним произошло. Давайте, очищаю экран, очищаю дисплей, что мы здесь видим, есть ли тут какие-то сколы, есть ли тут какие-то повреждения, тут только сок от огурца остался у нас, друзья, но это, я считаю, не проблема. Посмотрите, вот, вот она картинка, вот, видно, да? Четкость изображения высочайшая, четкость, контрастность, никаких проблем нет, никаких сколов, никаких царапин.
Никаких увечий этот самый дисплей не получил. Только что я колол им орехи, я нарезал целый салат на нем овощной, и ему все нипочем. По-настоящему защищенный экран, по-настоящему защищенный дисплей смартфона, при том, что он действительно огромный. Огромный дисплей, при этом высоченная степень защиты, это очень важный момент. Итак, давайте разберемся, что может наш красавец, какие у него есть функции основные, его основные достоинства, кроме дисплея, кроме фото- и видеокамеры, кроме аккумулятора. Итак. Сильнейшая производительность, мощнейшая производительность, автоматически регулируется яркость, подсветка дисплея, любая почта вам доступна, оплата в интернете, точный курс валют, опять же, далее, общий функционал выполнения любых задач, степень защиты, высокий пароль можно установить, точное время всегда по нему можно часы равнять, можно хранить файлы, данные ваши, функции интеллектуального обучения, сам учится общению с вами. 20 дней может работать в режиме ожидания, карманный кинотеатр ваш, можете пользоваться им. Далее, друзья, новейший инновационный дисплей диагональю 14,5 сантиметра. Фото- и видеокамера, друзья, здесь тоже есть, вот она, фото- и видеокамера со вспышкой. Звоните и заказывайте, шикарный смартфон, металлический корпус, огромный дисплей, отличное качество изображения, четкость высочайшая, просто успейте его заказать. Посмотрите, насколько хорошая картинка. Но это не только просто картинка, друзья, это важный момент. Это дисплей защищенный. В отличие от других смартфонов с таким же большим экраном, этим смартфоном не надо над ним трястись, не надо ему защитные стекла и пленки покупать, чтобы, не дай бог, дисплей не треснул. Потому что ремонт дисплея – это очень-очень дорогое удовольствие. Итак, давайте посмотрим. Обычный смартфон, наш смартфон. Наш смартфон – дизайн. И обычный смартфон дизайн. Качество изображения в нашем смартфоне и качество изображения в обычном смартфоне, по-моему, разница очевидна. У нашего смартфона гораздо лучше картинка, гораздо четче изображение, гораздо контрастнее. Посмотрите, как это здорово выглядит. Мне лично очень нравится. Успейте его заказать. Потом такой возможности уже не будет. Потом уже не получится у нас заказать его по столь выгодной цене. Яркость, очевидно, у нашего больше. Контрастность у нашего больше. Четкость гораздо мощнее. И это все всего за 5999 рублей. Металлический корпус, основа металлическая, стильные цвета, золотой – это вообще эксклюзив. Золото есть только у нас на телеканале Shop & Show. Больше его нигде не найти. Доставка бесплатная, оплата при получении на почте. Смартфон с огромным защищенным дисплеем, со стильным дизайном и огромным удовольствием для своего хозяина.